Свежая кровь в стиле мелодик Power Metal. Последователи и ближайшие конкуренты группы Children of Bodom и Norther. Именно так отзываются финские фанаты о коллективе, про который у нас сегодня пойдет речь. Пятеро молодых финнов в 2004 году сделали настоящий прорыв в мелодик Death Metal в Финляндии, но, к сожалению, все очень быстро закончилось. Это канал Set Life. И сегодня у нас короткая, но довольно-таки интересная биография группы Imperainen. Поехали! Пять финнов — это Яко Нулинд, ударные, Лаури Коскиньеми, гитара, Алекси Сихвойнен, гитара, вокал и Алекси Вирта, клавишные, а также Эйки Нурмикараби, бас-гитара. Несмотря на молодой возраст, ребята демонстрируют завидный талант как в области композиторских способностей, так и, собственно, по части исполнения. При этом кое-какой такой предшествующий опыт у музыкантов все-таки есть. Вначале группа Imperainen вообще выглядела по-другому. Барабанщик Яко и бывший гитарист Аско Сартанен сформировали группу еще осенью 1999 года. В первый состав вошли следующие люди. Аско Сартанен, соло-гитара, Антти Алла Симонен, бас-гитара, Яко Нулинд, ударные, и Яне Тоскининен, гитара. Позже последний дважды увольнялся из группы из-за творческих разногласий, пока полностью не покинул состав. Он был заменен на Алексея Сихвойнена. Бас-гитарист Антти Алла Симонен также был уволен из-за того, что недостаточно владел инструментом и вообще так прохладно относился к делу. Его заменил Микко Никунен. После группа Imperainen переезжает в город Эспо, откуда, собственно, и Children of Bodom, и новым участником стал Эйки Нурмикари. Осенью 2002 года... Различия в музыкальных взглядах музыканта Аско Сартанена и остальной группы стали настолько очевидны, что ему пришлось покинуть коллектив. Но, к счастью, нашлись музыканты. Это клавишник Алекси Вирта, сейчас он играет в группе Финтроль, и гитарист Лаури Коскиньеми. После перемен в составе группа в 2002 году записывает демо под названием Until the End, вдохновляясь творчеством таких групп, как Synergy, Children of Bodom, Nightwish, Sonata Arctica. Они сумели чудесным образом объединить мощный вокал, тяжелые гитарные рифы и великолепные мелодии. Из интервью вокалиста. Я даже не знаю, потому как не уверен, что это самое первое демо. А из ранних записей, которые я слышал, можно сделать вывод, что материал тогда и сейчас стилистически мало отличается. Следующее демо группы Imperainen было завершено в 2003 году. Оно получило такой огромный резонанс среди критиков, поклонников такого рода жанров. Первые концерты в финских клубах показали, что на сцене музыканты могут достойно представлять свое творчество. И, естественно, материал, предназначенный для дебютного альбома, заинтересовал такой крупный лейбл, как Nuclear Blast. Был подписан контракт на несколько альбомов. Самая интересная группа просто выслала лейблу свое демо. Не буду включать композиции с этого демо, так как там всего три песни, и они вошли в дебютный альбом, про который я расскажу вам прямо сейчас. В декабре 2003-го, в январе 2004-го финны занимают Sonic Punk Studios в Хельсинки. Там и был записан дебютный альбом под названием Stained. Сводил альбом легендарный Микко Кармило в Finvox Studio. Этот специалист
прославился работой с такими вообще легендарными группами, как Nightwish, Stratovarius, Sonata Arctica, Synergy, Amorphis и Therion. В апреле 2004 года Алексей Сихвойнен был вынужден на полгода покинуть состав Imperainen, так как был призван в армию. Альбом увидел свет в Европе 17 марта 2004 года, а с июня того же года был доступен для российской публики. Из интервью. В вашей музыке много элементов, изобретенных группой Children of Bodom. Они сильно повлияли на ваше творчество. Возможно, именно благодаря Children of Bodom и была создана группа Imperainen. Сейчас влияние этой команды уже не такое значительное. Мы черпаем идеи для новых песен совершенно из разной музыки. Я даже затрудняюсь назвать определенные группы, так как их очень много. В 2005 году группа записала трехпесенное демо. Кстати, это демо так и не было выпущено официально и вроде бы как числится в дискографии группы Imperainen. Также в этом году было две замены. Появился гитарист Теэмо Мантусаари и Аки Хоуписаари, бас-гитарист. Но в 2006 году и вследствие занятости музыкантов в других проектах было принято решение о распуске группы Imperainen. Кстати, двое музыкантов сейчас играют в известных финских коллективах. Это Финтроль и Винтерсан. Группа Imperainen просуществовала 7 лет, с 1999 по 2006, записала 2 демо и 1 полноформатный альбом. Если вы любитель таких групп, как Children of Bodom, Kalmach, Norzer, то Imperainen для вас будет настоящим открытием. Это был канал Set Life. Следите за новостями и всем миром.